Здравствуйте, друзья! Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. Хочу представить вашему вниманию вот эту вот замечательную книжечку. Кто-то посмеется и скажет, что это очень-очень позавчерашние новости, но тем не менее. Книжка называется «Золото, деньги прошлого и будущего». Вышла она аж в апреле 2011 года. На складах у нас обнаружились ее крохотные маленькие последние остатки. Вот, хочу вам рассказать про нее, несколько слов. Книга написана Нейтаном Льюисом и считается лучшим текстом на любом языке по проблеме золота как денег, истории золота как денег, золотого стандарта, золота и центральных банков и т.д. и т.п. Вышла она на английском, немецком, корейском и китайском языках, и goldenfront.ru был... Значит, мы издали ее на русском, то есть на пятом языке, вышла она в 2011 году. Нейтан Льюис прекрасный человек, наш хороший друг. Мы очень часто публикуем его материалы на goldenfront.ru. Книжка написана очень хорошим языком, отлично переведена и отредактирована. С ней можно полежать на диване в субботний вечер или утром. То есть она прекрасно читается. И на самом деле практически больше по вопросу, к сожалению, к тому же в таком прекрасном исполнении, вы, скорее всего, ничего не найдете. Ну, по крайней мере, мне это неизвестно. Возможно, что-то уже и появилось, но пока эта проблема не сверхпопулярна, вот, поэтому предлагаем вашему вниманию эту книжку. Осталось ее немного, так что берите, друзья, берите. Передадите вашим детям. Замечательная книга. И, кстати говоря, еще один интересный момент. Автор написал для русского издания специальную главу о России. Так что вот так. Спасибо.